Вітаю вас, друзі! Чому людина робить той чи інший вибір, складний, навіть небезпечний, жертовний? Що вважає найголовнішим в житті? І чи вірить з часом, що все було не дарма? Саме про це я, журналістка Наталія Шарапова, буду говорити сьогодні в студії Радіо 49 «Паралель» з Сергієм Ткаченко. Послухаємо візитку гостя. Ця людина пережила полон, тортури емгібістів так званої ЛНР. Патріота України бійці батальйону «Айдар» обміняли у терористів на затриманих бойовиків. Викладач транспортного ліцею, депутат Щастинської міської ради до війни. Після визволення з неволі у липні 2014 року пішов на війну добровольцем. У листопаді 2020-го став депутатом Щастинської районної ради. Чоловік, для якого місто щастя, родинне коло, територія любові, любові і відповідальності, а може зараз саме і той форпост між миром та війною. В програмі «Три питання про життя» учасник бойових дій, громадський активіст Сергій Ткаченко. Добрий вечір, пані Сергію. Дуже рада бачити вас в студії Радіо 49 «Паралель». Здравствуйте, уважаемые радіослушатели. Очень приятно находиться в студии радиостанции 49-я «Параллель» нашего областного радио. В нашій програмі такі правила. Я задаю вам три головні питання і маю право під час вашої відповіді на короткі репліки і уточняючи до головного запитання. Згодні? Згоден. Починаємо. Я буду теж говорити російською. Ваш отец – атаман Академії українського казачества Луганської області. Брат служить в поліції. Ви втроєм захищали рідний город і Україну від окупації. Перший вопрос із головних. Маленький город щастя. Отсюда вас увозили в плен і вже окупований Луганськ. Сюди ви повернулися з плену. Вы могли уехать, жить где-то в центральной или западной Украине, остались здесь, буквально на линии огня. Что значит для вас городок счастья и мост через Северский Донец, после которого теперь линия разграничения или отчуждения, смотря как назвать? Ну, во-первых, уезжать практически никогда, даже в самый разгар самых жутких боевых действий, мыслей не было. Отправили детей, отправили мать, сами остались защищать и свой город, и свою страну. Почему мы должны уезжать, почему мы должны кому-то что-то отдавать? Очень много воспоминаний и хороших, и тяжелых, связанных с 14-15 годом во время моей службы в добровольческом батальоне «Айдар». Символы счастья – это Луганская ТЭС, стратегическое предприятие, это мост через Северский Донец, единственный, который находится в нормальном состоянии на территории Луганской области. Эти объекты мы смогли отстоять ценой крови, ценой потери боевых товарищей, ценой больших разрушений в городе. Мы встречались с вами в 15-16 году. Я помню, что тогда в вас жила вера в победу, в то, что мы вернем украинские земли. И были намечены четкие планы, как это сделать, что все будет Украина. Отсюда второй вопрос. Сегодня как? Так же вы думаете или иначе? Можно вернуть. Думаю так же, но оптимизма, конечно, стало у меня меньше. Вот. Процесс этот растянется надолго. Насколько долго, никто не может предсказать. Сергей, но все-таки вера угасает. Скажем так, из тех, кто принимал участие в боевых действиях, тех, кто защищал страну, область, у кого не спрашиваешь, если бы в 14-м вы знали, что будут такие последствия, потом вы бы пошли бы, ни один не сказал, что не пошел бы. Да, злятся на то, что население не поддерживает политически и не выбирает те силы, которые бы более правильно и рационально вели политику. Да, есть какое-то
разочарование, есть даже какая-то, наверное, обида. Но веры в том, что та территория потеряна, такой веры нету. Тут та территория, я уверен, будет наша. Если Россия до сих пор боится признать ту территорию, значит, она ей не нужна. Сергей, вы участвовали в выборах. Счастья выборов не было, но были в Новоайдарском районе. Вы стали депутатом Счастинской мирской рады. Мы первые в области, одни из первых в области, провели процедуру по созданию Счастинской ОТГ в рамках проводимой ныне и в основном успешной, наверное, единственной успешной реформы в Украине – это административно-территориальной реформы. Но ввиду того, что нам не дали возможность провести первинные выборы, все это ОТГ наше Счастинское осталось на бумаге. В итоге город и окружающие села потеряли десятки миллионов гривен, потеряли годы в своем развитии, и это очень печально. Последние выборы местные тоже в Счастье по причинам безопасности, с чем я не согласен, не проводились. Нам назначили нового керівника военно-гражданской администрации. Я благодарен людям, которые включили меня в список, Счастинский районный совет объединит Новоайдарский и Станично-Луганский районы, и будет Счастинский район. И вот депутатом в этот совет Счастинского района я был буквально на днях избран, вернее, официально выставлена информация на сайте ЦВК. Я вас поздравляю с тем, спасибо, что вы стали депутатом Счастинского районного совета. Уточняющий вопрос к главному. Ваше отношение к новым открытым КПП, вот к этой дороге к счастью, я мост имею в виду, вот как вообще вы относитесь к этой ситуации? Мост, да, действительно, это объемная тема. Есть плюсы, есть минусы и есть потенциальные опасные минусы. Есть небольшой плюс от создания КПВВ. Об открытии я сейчас не говорю. Та сторона блокирует открытие, хотя наша готова. Вот. Давайте пока мы о плюсах. То есть, два десятка рабочих мест создано. Создана инфраструктура такая неплохая, именно в районе КПВВ, современная. Поднялись немножко цены на квартиры в Счастье. Теперь о потенциальных опасностях. На сегодняшний день, я считаю, на первое место выходит потенциальная опасность открытия моста. Это санитарно-эпидемиологическая, особенно в свете пандемии коронавируса. Второе. Очень велика опасность ухудшения криминогенной ситуации в городе. И без, скажем, особого такого внимания и выделения средств на поддержание общественного порядка в Счастье, ситуация ухудшится. Дальше. Очень много было и есть опасений, связанных с военной составляющей. То есть, стратегическое предприятие «Луганская ТЭС», повторюсь, мост через Северский Донец, это, конечно же, большой рычаг и большой соблазн для захвата. А ведь люди в 2014-2015 году, в 2016 проливали там кровь и отдавали свои жизни. Естественно, те, кто защищал, они очень возмущены, и это им не нравится. Хотя военные и уверили, что фасад наш и все защищено, но давайте посмотрим на опыт армяно-азербайджанского конфликта, которому более 30 лет уже, и что в любой момент никто не застрахован
от возобновления ужасных боевых действий. Фасад – это, скажем так, плацдарм, наша охраняемая территория, которая находится на той стороне Донца, где были очень частые и жестокие боевые столкновения, где были взяты в плен российские грушники Александров и Ефремов, и где погибли наши защитники. И потеря фасада, она просто невозможна. Это уже будет сдача интересов, так? Да, это действительно уже пахнет зрадой. Как вы объясняете ситуацию, что в Луганской области набрали голоса в большинстве своем именно те, кто относится к русскому миру? Мое мнение такое. Нет эффективной государственной политики по правильному освещению событий, по донесению до людей правдивой информации. Средства массовой информации некоторые проданы откровенно антигосударственным структурам, политическим силам, скажем так. Да, которых не ставят, вот знаете, я хочу привести сейчас пример Израиль. Страна более 70 лет находится во враждебном окружении. Страна не одну войну пережила, и дай бог, чтоб не переживала больше, но постоянно то ракеты по ним летят, то бунтуют соседи, то еще что-то, но даже при всем том, что там и даже женщины служат в армии, проходят срочную службу, они то смогли свою страну сделать успешной. Ведь это оазис в анклаве экономический. Одна из лучших медицин, лучшие вооружения производятся совместно с другими странами, высокий уровень жизни. Естественно, они это не только своим вот просто трудом, грамотным, экономическим, рациональным достигли. Они же это достигли и пониманием того, что у них нету другой страны, это их страна. То у нас до сих пор много людей верят, придет какой-то добрый дядя, президент или президент соседней страны, и вот он им сразу что-то принесет, большие деньги, пенсии и все остальное. Да не будет этого. И власть слишком много допускает заигрывания, популизма, слишком нечестности много с населением, много коррупции. И вот это, наверное, то, что именно дает почву для таких, вот скажем, антигосударственных настроений. А настроения в счастье сейчас какие? Очень много на почве вот этого экономического нашего спада и всего остального, и пропаганды не проукраинской, очень много настроений антиукраинских, скажем так. А как вы собираетесь с этим справляться? Вот у меня к вам третий вопрос, завершающий. Счастье для вас – это не просто город, в котором вы живете, это и город, за который вы отвечаете, так ведь? Абсолютно верно. Вот город... у вас какие планы? Как вы собираетесь менять ситуацию? Значит, на моем уровне, да, я больше человек конструктива, человек конкретных действий, и я вижу свою помощь городу в том, что первое, максимально в зависимости от моих возможностей помочь создать Щастинскую объединенную территориальную громаду. Первое. Максимально помочь завести в Щасті, скажем, финансы государственных программ, международных программ, для того, чтобы мы в городе сделали серьезные программы по благоустройству, ремонту, капитальному ремонту жилого фонда, дорог, тротуаров, всей инфраструктуры,
помочь селам, окружающим, которые войдут в наше ОТГ. И именно, значит, знаете, как, стучитесь, вам откроют, боритесь и поборете то, что для этого города нужно сейчас, именно привлечение сюда на линию разграничения программ по развитию. Инвестиций каких-то? Абсолютно верно. Есть положительные примеры, очень довольно серьезные, и я сам был удивлен, когда узнал, что вот в центральных и северных районах Луганской области, там, где были созданы ОТГ, и под эти ОТГ заводятся довольно большие деньги, от 10 до 20 миллионов, скажем, на садик, на школу. Это Старобельский район, Беловодский район, Миловской район. То у нас этого, к сожалению, нету. У нас большая проблема, что 2 года была чехарда вообще с местной властью, то одного назначат, потом уберут, потом он опять выходит, потом зам, потом нового назначили, чехарда идет, и людей то присылают только военных на главу ВЦА. Откуда у нас в армии люди с опытом местного самоуправления? Вот в такой ситуации, которую вы обрисовали, то, что в счастье теперь есть КПП, плохо, хорошо, на ваш взгляд? На сегодняшний день вреда от КПВВ нет. На сегодняшний день. Оно закрыто, не работает. Как в начале нашего интервью я говорил, какие есть потенциальные большие риски и опасности, мы сможем только, скажу я без, ну, без пафоса, без ничего, увидеть только, когда оно заработает. А вы лично приветствуете открытие это или нет? Я нигде и никогда не выступал за открытие КПВВ. Мое мнение по поводу всех этих пунктов разъединения. Их надо все убрать, поставить по-украинских пограничников на границу, где они стояли до 2014 года, повесить украинский флаг на областной администрации в Луганске. И не надо людям ездить в эти очереди, умирать в этих очередях за этими украинскими документами, пенсиями и пособиями. Вам домой принесут, как раньше, по почте. Вот это самый лучший выход. А КПВВ, ну это, как вам сказать, 0,5% от того 100, что нужно правильно сделать. Бороться за души людей, за их однозначно, психологию? Однозначно. И за души, и за психологию, за правильное воспитание, за правильное развитие, за комплексное человеческое развитие, за развитие гражданских вот чувств, пониманий, гражданских традиций. Вы считаете, это можно возродить? Это нужно делать. Вот мы старшее поколение уже, можем тебя назвать, вот мы социум. Вот нам нужно правильно голосовать, правильно избирать, правильно контролировать и правильно воспользоваться помощью, ту, которую дают международные институты финансовые. То есть стать цивилизованными людьми? Конечно. Гражданами? Конечно. И даже, я вам скажу, угроза боевых действий, я вам пример Израиля привел, не мешает наладить нормальную жизнь и успешную. Дякую вам, Сергій, за вашу відвертість і мужність. Це вже немало, коли є люди, які не здаються і не зраджують, і ніколи не зрадять своїй рідній країні. Хай ваші мрії збуваються. Спасибо большое. Сьогодні в програмі «Три питання про життя» був учасник бойових дій, житель міста Щастя Сергій Ткаченко. Кожна особиста відповідь – це історія з життя людини. Саме з таких історій і складається доля України.